Цветной калейдоскоп – это 12-я отчетная выставка учителей детской школы изобразительных искусств, которая проходит ежегодно с 2002 года. Традиционный вернисаж демонстрирует знания, умения и навыки педагогов, которые обучают будущих художников всем премудростям рисования. Задача стояла, что каждый учитель должен показывать, что он умеет, для того, чтобы дети видели, что он не просто учит, но он и сам тоже творчески работает. Пейзажи, напоминающие творчество импрессионистов. Городские мотивы, выполненные нежными акварельными и масляными красками. Наконец, ирисы, вытканные вручную. Выставка радовала разнообразием тематики и техник. Некоторые преподаватели выполнили свои работы в излюбленном жанре натюрморт. Другие предпочли анималистические образы. В данном случае представлен осенний натюрморт с гранатами. Он выполнен в осенних теплых тонах, такие, как мне бы хотелось видеть золотую осень. Натюрморт был выбран, потому что эта техника доступна детям, потому что мы в основном работаем с натюрмортами на натюрмортных столах. Котик, который за мной, это, наверное, скорее уже и близким приходом осени навеяно, потому что такой оранжевый рыжий кот апельсин. Наверное, это больше сыграло роль в том, что он изображен. К слову, некоторые графические работы Геннадия Вяля, знаменитого мастера экслибриса, вошли в недавно вышедшую серию книг минского издательства «Белорусский экслибрис». Вот такой маленький альбомчик, вот, в котором собрана ретроспектива конкретно, в данном случае, моих экслибрисов. Ну, естественно, Анна Тихонова, искусствовед, она написала там пару слов обо мне, о моем творческом пути. Живопись, графика, батик, гобелен. Разнообразие техник послужило для будущих художников прекрасным наглядным пособием. Изучая каждый мазок, каждый штрих, каждую линию в той или иной работе, ученики пополняли свой багаж знаний по художественному ремеслу. Мы учимся не первый год в этой школе, у нас уже менялось много преподавателей. Как бы, несмотря на фамилию возле картины, можно сразу по технике узнать, кто это написал, в графике нарисовал. И, ну, вообще все понравились, нельзя как-то кого-то одного выбрать. После того, как я увидела картины своих учителей, мне теперь появилась цель, до чего надо добиваться и как надо рисовать, в какой технике мне будет лучше. Осень 2013, цветной калейдоскоп, вернисаж необходимый как для педагогов, так и для учеников школы искусств. Ведь передавая всю палитру уникального опыта своим преемникам, у учителей есть надежда, что через некоторое время работы их учеников будут достойны того, чтобы их увидели настоящие ценители искусства.